Так, всех приветствую, с вами дядя Никит. Немножко неприбранный у меня фон, но я думаю, на это не стоит обращать внимание, тем более, когда перед вами сидит без пяти минут главный тренер реальной футбольной команды. Но если без шуток, то сегодня у нас с вами будет уже пятая юбилейная часть рубрики «Карьерки за Нижний Новгород». Прошлые части в целом вам заходят. По количеству лайков и просмотров в целом я делал общий вывод и понял то, что в целом заходят же. И сегодня мы с вами переступим половину чемпионата. Ровно половина сезона сегодня мы с вами переступим. Да, уже так быстро, для кого-то не быстро, но к пятой части мы уже с вами сделаем половину сезона. Сегодня мы начнем играть в чемпионате, продолжим, конечно же. Сыграем 3-4, может быть 5 туров и в целом также заценим наши новые трансферы. Потому что для тех, кто не смотрел четвертый выпуск, а я рекомендую сначала посмотреть первые и четвертые выпуски, а потом уже пятый, потому что это как сериал. То мы с вами купили футболистов и сегодня будем за них играть. Приятного тебе просмотра, наливай чаек, ну а мы начинаем. Начинаем мы с вами с того, что заходим в старт и видим то, что у нас с вами 23 июня 2013 года. На самом деле нифига это не 13 год, потому что мы видим, что здесь есть обновленные эмблемы. Уже в априори не 13 год. Заходим в состав, управление командой и смотрим, что мы с вами поменяли схему. Теперь мы играем по схеме 3-5-2. При низком блоке это 5-3-2, при атакующем блоке это 3-5-2. Где латералями у нас выступают Калинский и вот этот форвард, точнее, полузащитник из Манчестер Юнайтед. Хотел я купить Виктора Мозеса, но мне не хватило денег. Также у нас с вами есть игроки в аренде, а это вот это вот из Манчестер Юнайтед, это Нобл, это Фоуден, это Вас, это форвард вот этот вот, и это все игроки, которые находятся в аренде у нас сейчас с вами в клубе. У нас с вами бюджет составляет 2 миллиона монет, но мы делали предложение Кристиану Набоа, поэтому давайте с вами начинать играть сейчас этот футбольный матч. Матч у нас против Зенита, мощнейший Зенит. Настройки показывают, сразу говорит, стоит звезда, формы, надо поставить сразу формы, мячик выбираем тоже максимально такой. Давайте СССР, типа вот этого черно-белый, старый добрый, ну давайте начинать. Начинаем, лето, чемпионат мира по футболу, охренительно, просто шикарно. Нет, у нас с вами не чемпионат мира, у нас с вами чемпионат России. Самые важнейшие туры. 13-й тур, по-моему, если я не ошибаюсь. И матч против Зенита. Важнейший матч, который может просто много чего решить. Сразу бежим на фланг, потому что это читер на FIFA. Можно давать сразу прострел и бить поворотом. Охренеть, сразу же момент опасный. Но, к сожалению, это не гол. Фил Фоден в форме Нижнего Новгорода. Когда вы такое еще увидите? Я думаю, никогда точно. Выход 1-1. Выход 1-1. Передача на пустые, удар 1-0, да, есть, Нижний Новгород повел в счете с очень красивой комбинацией, это, кстати, наш форвард новоиспеченный, по-моему, сербский форвард, которого мы взяли в аренду, отличный проход, отличная, во-первых, передача была на этот проход, и в итоге они выбежали очень криво, 2-1, но я решил все-таки скатнуть, думаю, не буду бить, и в итоге, да, скатнул, пробил в пустые ворота, вратарь даже здесь практически взял, если вы помните, то в прошлом выпуске и в позапрошлом у нас были просто большие проблемы с, как вам сказать, с реализацией, мы создавали дохера, но реализовывали только, ну, малую часть из того, что создавали. Все, мы повели в счете. Наша задача, главное, сейчас не удерживать, а просто играть в спокойный футбол. Можно забросить, тем более это Нижний Новгород позволяет футбольный клуб Нижний забрасывать мячи. 1-0, охренеть, блядь. То есть от ЦСКА мы сразу трешку с вами отхватили, от Нижнего, точнее от Зенита, повели. Ну-ка, я, видимо, отключил звук. Каким-то образом я случайно отключил звук, пацаны, только сейчас это понял. Блять, короче, какую-то часть видео, если не все видео до этого момента, было без звука. Хорошо, что я только сейчас заметил, блять. Потому что вот эта хуйня, она должна гореть белым. Хух, слава богу, пацаны, слава богу, то, что все нормально. Но в любом случае, блять, чуть ли опять не засрал себе видео, просто своей какой-то ебаной ошибкой. Ладно. Навес. Удар. Не будет удара. Короче, кто не слышал, если я, конечно, если звук хуйня был до этого момента, потому что у меня еще, может быть, звук с телефона нормальный будет, то я забил Зениту, повел в счете, доминирую Зенит, Зенит ничего не может создать, абсолютно. А, блядь, только что сказал, что Зенит ничего не может создать, и тут же просто получаю момент практически. Блядь, короче, сегодня мы с вами будем играть, ну, короче, половина сезона, мы переступаем половину сезона. Все, наверное, это то, что все то, что я мог сказать вам сейчас. Блядь, нет, 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 хух, хух, просто пиздец какой-то, просто пиздец. Вот я про это и говорю, просто про это и говорю, то, что можно много создать и пропустить просто один хуй себе в жопу, и Зенит сравняет, тем более это, блядь, Зенит, это не Уфа.
Зенит может просто взвинтить темп и забить. 75-я минута встречи. Осталось совсем немножечко, совсем чуть-чуть. Причем я не то, что я играю даже на удержание, я играю нормально. Я играю в атаку. Местами даже охуенно играю, лучше, чем Зенит. Но, блядь, ну почему-то все равно какими-то макаром Зенит чуть-чуть ли вот прям не отыгрывается. Ой, хороший момент. Ну-ка, блядь. Ну-ка, ну-ка, блин. Минуту судья добавляет, минуту просто продержаться, минуточку. Совсем чуть-чуть осталось. Нельзя давать Зениту ничего делать. Блядь, нет. Ужас. Блядь, штрафной удар, пиздец. Просил же, не фалите, блядь. Пиздец, это может быть гол, это пиздец может быть, пожалуйста, нет. Нет, нет. Хух, хух, блядь. Походу дела это победа, все, победили нахуй Зенит. Есть, блядь. Вынос. Нахуй вынос. Вынос, блядь. И да. Есть, блядь. Не зря пиджачок, блядь, сотел. 1-0, нахуй. Победа у Зенита. Нижний Новгород просто полностью переиграл Зенит. Зенит ни одного удара в створ не нанес. Хорошая оборона. Хорошая атака. Это шикарно. Это не может не радовать. И сейчас мы, может быть, выходим даже на первое место в режиме какого-то там, может быть, реального времени. Посмотрим. Так, ну, Спартак выиграл. Локомотив выиграл. Краснодар в ничью сыграл. Краснодар-то сыграл в ничью. Так, не удалось арендовать Белинова. Совет директоров рад вас видеть в главе клуба. Еще бы, конечно, блять, когда Нижний Новгород был на втором месте. И на Бо не хочет подписываться. Я советую продать, я думаю, точнее, продать Сапету. Давайте продадим Сапету. Потому что я думаю, когда мы с вами заработаем бабла, Сапету уже будет не нужен. Охренеть, чуваки, посмотрите, мы первые, мы занимаем первое место. Первое место в режиме реального времени, прямо сейчас. То есть все, нам просто надо не проигрывать следующие матчи. Причем у нас еще тур в запасе, охуеть, у нас тур в запасе. То есть даже если мы этот тур Ростова проиграем, мы все равно будем первые. У нас сейчас есть шанс на 4 очка оторваться. То есть если мы победим. Мы самая малопропускающая команда в чемпионате официально. И по поводу самой многозабивающей, здесь вопросы, конечно, стоят. Но все равно, всего одно поражение. В любом случае, два тура. 30 июня, 14 лямов у нас с вами есть. Давайте попробуем кого-то все-таки приобрести. Почему Набо не хочет пойти к нам навстречу? Почему Набо не хочет подписываться? Не согласен с ценой трансфера. Понятно, значит опять надо преувеличивать цену трансфера. 14 850, блядь, Набо, ты очень дорого нам обойдешься. За 32-летнего Набо просят просто пиздец как много. Ну ладно, я готов потратить практически все свои деньги ради того, чтобы Кристиан Набо... Этот товарищ был у нас в футбольном клубе. Давайте попробуем симулировать. Если пойдет что-то по пизде, будем играть дальше. Блять, у нас Калинский сломался. Охуительно просто. Первые минуты матча уже Калинский сломан. У нас есть Горбунов. Замену делаем. Пожалуйста, Нижний Новгород, я вас прошу, просто не подведите меня сегодня. Нужна только победа. Желательно побеждать. Наносит удар поворотом. Есть, 1-0. Сапонич. Второй матч подряд забивает этот сербский форвард. Балаш, Балах и Сапонич. Самые сложно выговариваемые фамилии у нас в команде решают судьбу нашей команды. Вливаемся в игру. Я обещал после второго тайма. Сейчас задача в целом такая же, как и в матче с Зенитом. Просто не пропустить и просто постараться не допускать моменты на своей половине поля. Блять, что происходит? Почему я допускаю уже момент? Какая хорошая графика, какой красивый фон. Ростов в целом с Нижним похоже по системе игры в реальном футболе. 5-3-2, они одинаково играют. Также одинаково очень опасно выходят в атаке. Но чем отличается Нижний от Ростова, так это, наверное, классом. Но сейчас в этой фифе класс выше у Нижнего, потому что такие футболисты в составе, это пиздец. Так, не допускать моментов, пожалуйста, мужики. Чё вы делаете, блядь? Чё вы делаете? Беги, Дэниел Вас. Ой, хорошо, беги, Дэниел Вас. Просто беги, родной мой. Блять, Фил Фоден, пожалуйста. Фоден! Пиздец, блядь, Писяков, просто Писяков. Я в шоке, как этот товарищ до сих пор держит такой уровень. Мы, кстати, сейчас очень близки ко второй победе подряд, а это очень даже охренительно. Если победим, это будет 4 очка отрыв от конкурентов. Удар, блядь, прямо в руки. Нет, у нас, наверное, одни из самых сильнейших в лиге угловых ударов. Ну, вообще, стандартных положений. У нас самая, наверное, мощная команда в этой ситуации. То есть, реально, стандарты у нас пиздец. Вот этого у нас не отбавлять. Я прям чувствую, как Ростов пытается растягивать мои вот эти 5-3-2 через фланги, через какие-то там еще моменты, но. Фил Фоден. Спокойно, мужики, просто спокойно. Нам самое главное сейчас не дергаться. У нас зреет вторая победа подряд. 4 очка отрыва.
первого места от второго. Это очень хорошо, тем более я футбольному клубу Нижний Новгород обещал трофей. И я постараюсь это сделать, блядь. Все соки себя достану, но постараюсь это сделать. Хорошая атака! Хорошая атака, Фил Фоден! Фил Фоден! Прострел! Ну, блядь, 80-я минута. Возвращайтесь, мужики, возвращайтесь. Не надо здесь стоять, блядь. Нахуй этот прессинг. Сейчас он вообще неуместен. Горбунов, хорошо. Фоден, нормально. Такая комбинация может получиться. Фоден! Ну, ебать, ему даже ударить не дают. Я в ахуе. Ростов очень хорошо обороняется. Так, опять конец матча. Опять очень опасно, но все равно Ростов на своей половине поля, это не совсем опасно. Самое главное, съесть все, не допустить, и сейчас просто бежать, блядь. Дэниел Вас, можно ставить точку в этом матче? Можно, блядь, хотел сказать, ставить точку. Поставил точку, охуенно. В любом случае, 0-1, минуту судья добавляет, есть. Есть, блядь, говорю, пиджачок реально работает, буду его почаще одевать. А почему футболисты Ростова, блядь, празднуют? Охуели, что ли? Ебать, мы победили, а футболисты Ростова празднуют, вы что, идиоты? Ну, в любом случае, 0-1 победа, вторая подряд, вторая сухая подряд. Это опять же говорит о том, что у нас хорошая оборона, низкий блок и хорошая атака. Ну, блядь, не прям охуенная, чтобы прям не прям Барселона Гвардиолы, но, извините, играем нормально. Отлично! Кристиан Або, контракт подписан. Своим переходом я оказываю клубу Нижний Новгород великую честь. Не отбавить, не прибавить. Растяжение ПКС. Калинский получил, ну, так, письмо от владельцев клуба. О, вот это хороший подгон. 4 миллиона евро мы получаем. В команде сложилась прекрасная атмосфера, и поэтому мы решили провести на экскурсию в клуб потенциальных инвесторов. Они получили много положительных впечатлений, и нам удалось заключить несколько выгодных сделок. Шикарно, шикарно. Наверное, какой его продадим? 2700 за него, я думаю, еще никто в жизни никогда не предложит. Здесь вообще 900. Нормально, продаем его в какой-то английский клуб. Шикарно, идем дальше. Почему нам это показывает? Совет директоров подведет итоги в конце сезона. Понятно, я уже понял. Хорошо, у нас отрыв 4 очка от первого места. Ровно половина чемпионата сейчас будет сыграна. Матч с Локомотивом подведет половину чемпионата. Сейчас 14 туров. Опять же, тур в запасе, и опять у нас 4 очка отрыва. Блять, это не может не радовать. Играем сейчас с Локомотивом, потенциальным потенциальной командой, которая может бороться за чемпионство. Самое главное, просто не пускать конкурентов вперед. Постараться надо выиграть Локомотив. Все-таки отрыв хоть и 4 очка, но все равно хочется что-то делать, блять. Сапонич. Хорош, блять, Сапонич. Третий матч подряд. Если мы сейчас опять победим 1-0, это будет просто жесть. Это будет просто жесть, реально. Опять он забивает, опять он просто тащит нашу команду на спине, блядь. Третий матч подряд и 1-0, блядь. Опять же, по традиции, во втором тайме я возвращаюсь в игру. Только я вернусь в игру с заменой. Вот перерыв, делаем замену. Блядь, Набо остался в резерве. Охренительно, Набо остался в резерве. Что делать, блядь, будем? Шарипова выпущен на фланг. Думаю, что это в целом не очень плохо будет. Возвращаемся, просто врываемся в игру. Если сейчас опять такая же задача, додержать счет, также атаковать, постараться не допустить моментов у своей половины поля. Если попробуем сейчас опять это сделать, если сейчас самое главное опять это получится сделать, то это будет очень охренительно. Это будет третья подряд победа 1-0 над прямым конкурентом. И тогда половина чемпионата просто пролетит шикарно. Хорошо. Сафонич. Фоден. Верхом. Ну... Ладно, Фил Фоден получает игровую практику. В любом случае, в Нижнем Новгороде кто ему еще игровую практику даст когда-нибудь вообще? Мировая такая звезда в Нижнем. Я думаю, что это охренительно. Я думаю, сейчас все фанаты Нижнего просто рады. Такую звезду я вам просто в Нижний сюда сейчас купил. Это Фил Фоден, пацаны. Ну, связи есть, конечно, что поделать. Связи, связи. Так, надо что-то делать, блядь. Локомотив очень хорошо прессингует. Вот это, наверное, самая такая жесткая команда, с которой я играл сегодня. Прессинг у Локомотива просто пиздатый, реально. Вот любой игрок просто закрыт. Надо быстро-быстро принимать решение. Пас на фланг. Хорошо. Растягиваем оборону. Ну-ка. Ну-ка. Еще момент. Дэниел Вас, блядь. Ну как ты не попал? Просто расстреливаю в 9 и все, и победа, все. Но, видимо, опять придется держать нолик и играть до 1-0. Блядь, и то, если это получится, блядь. Напоминаю, Локомотив. Команда занимает третье место сейчас. В случае победы Локомотива они могут приблизиться к нам и сократить отрыв до 1 очка. Потому что пока что отрыв 4 очка. Нельзя давать делать эти отрывы. Нельзя просто, блядь. Ни в коем случае. Тем более, если я обещал чемпионство Нижнему. А я обещал чемпионство Нижнему. Хочется сегодня все победы делать. Просто 3 из 3 побед хочется делать, блядь. А для этого надо дисциплинированно просто пиздец играть, реально. Сафонич.
Ну, Гильерми, это чисто на зрителей такой прыжок. В любом случае, 90 минут, а судья опять минуту добавляет. Минуту! Просто опять подержаться всего лишь минуту. Пожалуйста. Футбольный клуб Нижний Новгород близок есть. Да, блядь, что творит просто? Ебать, что творит? Зенит, Локомотив и Ростов. Самых мощных соперников прямо сейчас футбольный клуб Нижний обыгрывает. Практически вообще без шансов. 65 на 35, пиздец. Игра просто по нашему была владению сделана. Меняем свет по традиции. Третья победа подряд 1-0. Сухая победа подряд. План работает, пиджак работает, все работает, шикарно, еще денег зарабатываем. Везуха, достижение открыто. Поздравляем, желаем еще больше успехов. Спасибо, я просто рад на самом деле. Первое место, наверное, сейчас будет еще больше отрыв. В любом случае, 32 очка, это, наверное, рекорд. В клубе Нижний Новгород никогда больше они не набирали. Так, как отлично, бля, а, нет, 4 очка. Но у нас все равно, блядь, у нас тур в запасе. Тур в запасе просто. Если сейчас победим, отрыв может быть не 4 очка, а уже 7 очков. Нормально. Ну вот, ровно половина чемпионата. За 15 туров мы 9 раз победили, 5 раз сыграли ничью, и 1 раз мы проиграли. Это как раз-таки было ЦСХА 3-1. 18 забили, 7 пропустили. Не могу сказать, что мы пипец забиваем много, но мы самые лучшие по пропускам. То есть мы меньше всех пропустили. И сохраняем хороший отрыв. Так, надо зайти в состав. Надо что-то придумать с Кристианом Набоа. Вот он сам нашелся. Вот так вот, отлично. Вот так вот сделаем, просто шикарно. Почему-то у Набоа плохая физическая форма, надо что-то с этим делать. Прямо сейчас мы будем играть с Динамо. Очередной московский соперник, очередная московская команда. Это будет последний тур, точнее, ну, на сегодня, четвертый матч, на сегодня последний тур. И если мы побеждаем сегодня также 1-0, то есть держится наш план на игру, то, блядь, это четвертая будет победа подряд. Такого давненько у нас не было. Поехали. Набоа. А, это Нобл? Нобл, блять, я их буду путать. 0-1, опять Нижний повел. Чё происходит? Пиздец, я играю на звезде. Чё происходит просто? И Нижний опять быстрый гол забивает. И сейчас, блять, опять, пацаны, если будет 0-1, мы возвращаемся во второй тайм. Опять будем делать эту тактику. Блять, реально какая-то рабочая класса... Нет. Блять, все. Все, прервалась наша серия. Динамо сравнивает счет. 1-1. Пиздец, блядь, я думал, серия будет держаться. Нет, серия наша прерывается. Во второй тайм возвращаемся, счет 1-1. План теперь на игру совершенно другой, не то что был последние три тура. Теперь наша задача забить, блядь. Не держать счет, а именно забить, блядь. Но в любом случае, план был очень близок к реализации четвертый раз подряд. Но игра была, видимо, сама уже против. А мы с Динамо, кстати, уже играли, я вспомнил, в первом туре. Мы с ними сейчас второй раз встречаемся, мы в первом туре, мы их победили, 1-0, с трудом практически, ну там такой навесик хороший был, блять. Чё уже, получается, второй круг начался так быстро, охренеть. Дэниел Вас, пожалуйста, Дэниел Вас, прострел, ну блять, опять 25, чё за херня, почему? Чё, попробуем читерную тактику, которой я пользовался в карьере за Спартак? Это вот отсюда, вот такой удар, ебать, блять, чё за рикошет был, охуеть просто. Ладно, не будем больше эту тактику делать. Будем делать навесы, потому что у нас стандарты, я напоминаю, самые сильные в лиге. По статистике мы больше всех в лиге забили со стандартов. Ой, ошибка какая, я в ахуе. Динамовцы просто ошибаются. Прострели. Охуенный прострель. 1-1 все равно. Блять, ну в любом случае, серия из 4 побед, видимо, гаснет как свечка, блять. В любом случае, у нас с вами очень хорошие шансы просто не потерять очки. А может быть даже победить. Дэниел Вас. Ну, конечно, блядь, конечно, нахуй, конечно. Я напоминаю, читерные вратари продолжают меня просто бесить, пиздец, как сильно. Шунин никогда так не играл. Я напоминаю, никогда Шунин так не играл, блядь. Блядь, ну никогда он так не играл, ёбаный в рот, блядь. Он никогда не бросался так в ноги, чё за хуйня? Если бы не эти читерные вратари, блядь, мы бы сейчас давно бы уже, нахуй, вели бы в этих ваших счетах, блядь. И здесь не штрафной, я в ахуе. Все, блядь, судья не дает даже атаку, блядь, довести до конца. 1-1, серия из побед прерывается. В любом случае, 11 ударов мы нанесли. Наша XG просто растет, как, блядь, наверное, рубль, блядь, в последнее время, да, нахуй? Но в любом случае, 4 матча мы сегодня сыграли, 3 победили, 1 сыграли ничью. Это неплохо, тем более, с какими соперниками мы играли. Мы играли против мощных соперников. Динамо, Зенит, Ростов, Локомотив.
Дальше уже делайте выводы сами. В любом случае первые, в любом случае не допускаем каких-либо продвижений в турнирной таблице к нашей стороне. ЦСКА на 2 очка к нам приблизился. В любом случае у нас тур в запасе. Тур в запасе. Понимаете, да? То есть если мы победим, то у нас будет опять отрыв, но уже 5 очков. То есть если мы победим вот этот матч, пятый, у нас будет отрыв 5 очков. Понимаете? Потому что у нас тур в запасе. Давайте прямо сейчас даже его и сыграем. Это не будет последний. Давайте реально его сыграем. Симулируем, играем матч против Сочи. Хочется получить отрыв на 6-й выпуск и уже шикарно. Блять. Чё, серьезно? Тем не менее, первый тайм заканчивается. Счет неутешительный. 1-0. Это не очень приятно. Когда ты видишь, что твой клуб, который должен претендовать на победу в чемпионате, просто, блядь, пиздец какой хуёвый. Ой-ой-ой, блядь, какой гол! Охуеть! Я теперь понял, что делать и как забивать. Опять Сапонич нас тащит. Я теперь понял, блядь, как забивать, когда на тебя бежит просто такой вратарь, блядь, читерный, напоминаю. Просто перебросить. Почему я раньше до этого не догадался? Просто перебросить, блядь. 1-1. Хорошо. Хотя бы сравняли. Самое главное сейчас, говорю, победить. Чтобы отрыв был уже не 4 очка, а 5 очков, бля. 5 очков это уже 2 игры, это уже хороший отрыв. Там уже можно делать какие-то даже плюс-минус выводы. Что минимум в пятерочке мы точно должны с вами быть. Еще один момент. Еще один момент. Еще раз вратарь выходит. Из ворот, блядь, да! Да, блядь, есть! 2-1 и опять Сапонич. Нет, это уже балай. Это уже, блядь, балай. Все, пацаны, я смекнул тактику. Очень поздно, конечно, к 17-му туру, но я смекнул тактику. Просто перебрасывать, блядь, не обязательно бить в упор, просто перебрасывать достаточно, это же изи. И тут вообще на тоненьком, просто защитник уже с ленточки практически, ну да, все, мяч заскочил. Давайте даже повтор чекнем, мне реально уже интересно, пиздец, стало, почему. Гол был защита, ну-ка. А, ну да, пацаны, конечно, чего вы хотите. Ну вот, вот, смотрите. Вот, мяч в сетке, он полностью пересек сетку. Все, да, так что это чистый гол. 2-1, футбольный клуб Нижний Новгород возвращает себе преимущество в один гол. Потому что, блядь, это ненормально, реально, вот такая хуйня. Нормально, бежим, еще раз бежим. Еще раз перебрасываем, ну-ка, гол. Да, блядь, 3 подряд просто, 3 подряд, нахуй. Сапонич, 2 гола в этом матче, дубль оформляет этот молодой человек. Мы просто хороним Сочи за 10 минут просто до окончания матча. За 10 минут мы Сочи накидали 3 гола. И счет уже 3-1, блядь. Давненько такого счета не было, давненько мы столько не забивали. И все 3 гола как под копирку одинаковые, блядь. Блядь, почему я раньше до этого не догадался? Почему я 4 выпуска просто, блядь, как дебил, нахуй, реально бил, и мне не получалось. Просто можно же было перебрасывать, блядь. Один удар в створ всего нанес, но при этом 3 гола, блядь. Один створ, блядь, 3 гола, я в ахуе. Просто в ахуе, реально. Я хочу, чтобы сегодня Сафонич сделал хитрик. Опа, Фил Фоден. Ну-ка, Фил Фоден, блядь. Фил Фоден, 4-1, блядь. До свидания. До свидания, футбольный клуб Сочи. Фил Фоден первый гол за Нижний Новгород официально делает. Человек находится в аренде, получает опыт и практику, которую Манчестер Сити ему явно, видимо, не дают в этой фифе. Перешел и уже стал ключевым игроком, и сейчас забивает первый гол. Хороший, хлёсткий. Удар шевидой в дальний угол. Опять ошибка, блядь. Короче, я понял, надо просто ловить их на этих ёбаных ошибках. Так, хорошо. Ну, кстати, слушайте, это разгром. Это капитальный разгром Петрович Сочи. Понимаете? Вот опять. Ай-яй-яй, блядь, я думал, это мой игрок. Не, я уже готов, на самом деле, на любой сценарий матча. Но я думаю, это точно победа. Мы очень хорошо вернулись в игру. И очень хорошо перекусываем все моменты Сочи, практически реально. Скорее всего, у нас будет отрыв 5 очков после этого тура. Это хороший сегодня выпуск получился. Мы с вами сыграли сегодня 6 матчей. Или 5. Я уже, блядь, не знаю сколько, но все равно не суть. А это самое главное. Ой, какой фин, блядь. Ой, какой. Ой-ой-ой, блядь, какой раскат. Нижний Новгород просто, блядь, куражится уже. Просто куражится. Ну что вы хотите, такие звезды в составе. Им просто в априори надо давать простор и свободу в атаке. Желание делать все, что они хотят. И желательно играть красивый футбол. Девиз Нижнего Новгорода. Но я считаю, все равно самое лучшее мое приобретение, это даже не всякие Фодены и так далее, это Кристиан Набо. Именно этот игрок, я еще раз говорю, ключевой в передачах, ключевой в моментах нашей команды. Именно он помогает нашей команде первым-вторым пасом. Поэтому никакие там не Фодены, а именно Набо. Вот реально Набо.
Я его очень сильно хотел видеть в составе, и я вот думаю, я не пожалел уже точно. 82-я минута встречи, я напоминаю, разгром Сочи от Нижнего Новгорода получает 4 гола. Блять, ну мы в истории. Если мы так и будем играть, если я реально смекнул эту фишку, если она реально будет работать, то все, блять, я точно буду первый. Даже, блять, на звезде. Пиздец. В любом случае, еще рано делать какие-либо итоги, потому что половина чемпионата она прошла, но все равно финальные 5 туров, они будут решающие и заключающие. Даже если у меня будет отрыв 6 очков, все равно за 5 туров все может поменяться. Победа 4-1, по статистике просто перерыв, но почему у нас 2 удара в створ, когда у нас 4 гола, вот это непонятно. 4-1, разгром Сочи, сегодня были мощные соперники, 5 матчей, и все 5 матчей мы очень хорошо смотрелись. И не проиграли ни разу, что самое главное, 4 победы, 1 ничья. Победа была над «Зенитом», над «Локомотивом», над «Сочи», над «Ростовом». И всего лишь одна ничья была с «Динамо». И как раз-таки Россия и США объявлены стартовый состав. Хорошо, но меня это никак не волнует. Смотрим. Мы сейчас все равно первые. 36 очков. 5 туров. Точнее, 5 очков у нас отрыв от ближайших наших оппонентов. И как раз-таки уже 6-й выпуск мы с вами будем играть против таких средних команд, потому что мы, считайте, сегодня с половиной таблицы сильных команд сыграли. Они уже сыграли очередные туры, в любом случае у нас тур в запасе и еще очки в запасе. 10 побед за 17 туров, охуенная статистика для Нижнего Новгорода, 36 очков, первое место. Далее идет ЦСКА, потом Зенит, Локомотив, у них у всех по 30. В любом случае у них даже еще и туры все в запасе. Это очень круто, это шикарно. С вами был Дизи Некет. Из Кубка России мы это вылетели, да, вы выбываете, попробуйте в следующем году. Но я обещал трофей, а чемпионат России это самый что ни на есть классный и качественный трофей. Даже лучше всяких кубков. Увидимся с вами в 6-м выпуске. Заключительные, возможно, выпуски остались, там 3-4 выпуска. И будет финальное, так сказать, подведение. И, скорее всего, в Еврокубке. Мы увидим с вами в Еврокубке в следующем сезоне. Потому что с таким настроем, с такой командой, я думаю, грех не попадать в Еврокубке. Всем пока.